За последние 10 лет я научилась плавать в холодном диком океане, рядом с дельфинами и китами. Вот где настоящая свобода. Сидеть за рулем вертолета – наслаждение. Впервые встала на горные лыжи. Потом, правда, грохнулась и больше не встаю. Пережила один из самых ярких романов в своей жизни. Запустила новый журнал, написала 3 книжки и пишу 4-ю. А сколько еще хочется успеть? Зажечь, как говорится, по полной. Взмахнуть волшебным крылом и вернуть потраченное зря время. Доучить пару языков, да признаться в любви. Вернуть каждый знак внимания тому, кто не мог без него дышать. Столько дел. И самое главное – понять, что не надо себя жалеть. Вопреки глянцевым заветам любить себя и бесконечно себя холить, как породистую лошадь, очень полезно работать до одури, ставить перед собой амбициозные, порой безумные задачи и справляться как минимум с некоторыми из них. Не бояться провалов, сохранять молодые желания, учить, не впадая в менторство, и учиться, не впадая в детство. Гореть, светить и освещать до последней капли воска. Время есть.